Мы постоянно ругаем женщины, безусловно, за дело. Но такое ли сильное влияние оказывают женщины на жизнь мужчины, как многим кажется? Вот, например, я только что попытался скачать видео с YouTube для того, чтобы посмотреть его потом на большом экране. Буквально несколько дней назад я скачивал видео с YouTube совершенно спокойно, а в этот раз у меня ничего не получилось. Я пробовал скачать это видео разными способами, и прежде чем у меня получилось, мне пришлось потратить достаточно много времени. Но неужели это женщины сломали YouTube? Те самые женщины, которые, ой, я куда-то нажал, и все перестало работать? Да нет, конечно, YouTube сломали не женщины, для этого у них не хватит ума. YouTube сломали мужчины, и совсем не потому, что сделать это им приказали женщины. И после того, как эти мужчины по каким-то причинам сломали YouTube, другим мужчинам приходится искать способы для того, чтобы посмотреть на YouTube те ролики, которые им нужны и которые они хотят посмотреть. Женщина сама по себе ничего не может. Да, она может заставить какого-то мужчину что-то сделать. Но возможности мужчины, который подчиняется приказам женщины, тоже достаточно ограничены. Такой мужчина, как правило, достаточно примитивен и не является серьезным специалистом в какой-то области. А поэтому особого вреда он причинить не может. Да, он может на кого-то быкануть, но не более того. Основной вред мужчинам причиняют другие мужчины, которые живут за их счет. И женщины, как бы нам не хотелось обвинить их во всех грехах, здесь совершенно ни при чем.